Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Defense. Так, ну что у нас, Болонеза и Париж. Так что давайте, наверное, приступать потихонечку. 18 опыта мы забрали с вами. Так, и начну я, наверное. Слушай, может быть, давай попробуем здесь пройти, да? У нас 2-4, да, последний уровень. Давай начнем с него. Посмотрим, ребята, кто нас здесь поджидает. Какие монстры. Воу. А смотри-ка. Нет, пожарник получает урон, но не такой большой. Нифига себе уровень здесь, да? Все горит. А как мне его пройти? Ну, это сейчас взорвется. Бам, это хорошо. Я надеюсь, это потухнет рано или поздно. Да, уже потухает потихонечку. Я пока никого не буду вызывать. Будем копить. Чтобы ты, упырь, загорелся, а? И взорвался потом. Я просто не хочу, ребята, наезжать на него в ближнем бою, потому что он массовый взрыв делает, от которого мои герои просто погибают. А они как назло идут еле-еле, да? Собаки тут будут или нет? И хотелось бы заодно узнать, насколько легкие здесь вот эти вот пожарники. Так, для начала я, наверное, вызову себе автоматчика. Давайте просто проверим, ребят. А этот загорелся все-таки, олух. Так, ну что, стреляем потихонечку. Так, взрыв. Давай посмотрим теперь, как пожарники, ребята. Так, ну тоже неплохо получает урон. Хотелось бы, конечно, получше и покруче. Мы-то как здесь будем проходить? Вот что меня интересует. Мы же не сможем, ребят, с вами пройти. Тут будут загораться у меня. Зашибись. То есть этот уровень предназначен специально для пожарников, да? Только с помощью его я, наверное, смогу пройти. А другого варианта я не вижу. Хе. Ну, есть, конечно, не потухнет рано или поздно этот огонь. Вот только такой вариант может быть. Но мне кажется, что он не потухнет. Не потухнет и все. Даже собака не успеет, наверное, добежать. Да, ребята, горит. Или же нам нужен был снег, чтобы мы могли вот это вот потушить. Не, ребят, это не вариант. Вообще никак. Этот уровень мы с вами не пройдем. Даже, наверное, солдат не сможет пройти. Я, конечно, попытаюсь посмотреть, что из этого выйдет. Что там выпало. Сосиска. Так, ну, предположим, этих мы нагрели. Да, ребята, горит у меня солдат потихонечку. Так, он потух уже, да? Вот пускай он идет по прямой. О, нет. Нет, ребята, не вариант. А что это за такой уровень? А, мы, смотрите, ребята, мы, оказывается, могли вот здесь вот нажимать над... Видели, да? У меня солдата, вверху у него был щит. Если я нажимал щит, он вставал в стойку. А я не знал, что так можно. Прикинь. Блин, они без конца идут и идут, идут и идут. И у меня нет таких быстрых юнитов, которые могли бы просто успеть. Что делать тогда будем? Я не знаю, если честно. Вообще, меня этот уровень, честно, убил. Просто вот своей вот этой вот невыполнимостью прохождения. Смотрите, ребят, нажимаем. Видите, он встает в стойку. Прикольно. Он причем зазывает, что ли, их на себя. Что-то типа того. Так, еще одна. Сосиски, это, конечно, все хорошо, но как нам, извини меня, пройти? Пройти вот это пламя, его невозможно. Мы будем здесь сгорать. Они тоже сгорают. Волна бежит. И кто же у нас будет тут в этой волне? Ну, если обычные зомби, они тут все сгорят, абсолютно все. Даже собаки, ребята, тоже горят моментально причем. Можем... слушай, опа! Мы супер атакой с вами, ребята, потушили огонь. Ёлки-ты-палки. Слушай, ну это круто. Нам просто надо было стоять, выжидать момент, да, когда выйдет волна, потому что после волны никого нету. Так я этот уровень сейчас, по-моему, на 3 звезды. Как нефиг нафиг пройду, ребят. Кинжальчик, давай, выходи. Хватит там уже сидеть. Ну вот это мне понравилось. Смотрите, ребята, он, видите, стоит, бьет по щиту. Я не знаю, что это делает. Мне кажется, он приманивает зомби к себе, и они на него начинают идти. В общем, мы знаем с вами одно, что пожарник получает очень мало урона от огня. Поэтому нам выгодно прокачать бочку, поджигать ее. 3 звезды, шикарно. Просто уровень на халяву, ребят. Хе-хей. Блин, а я уже думал, что мы его не сможем пройти. Но не тут-то было, прошли, как видите. Опа, ящик, ребята, с 8 энергии. Это неплохо, давай дальше открывать здесь. 2-6 уровень. Так, а может быть вот здесь посмотрим, что тут, ребята. Ага, 2-5. Угу. Нам, наверное, лучше идти на миссию 2-5. Почему бы и нет. Ой, я это еще кто такой? Ну-ка. Так, толстый зомби. Так, зомби-мутант. А что же ты делаешь? Он испускает токсический газ при уничтожении.
Да елки-палки. Не понос, так золотуха. Весь там пыхтит, бедняга. Но он стоит пока на месте. Ну ладно тебе, вот. Ну давай посмотрим, ребят, насколько он крепок. Давай посмотрим, что он вообще делает. Он крепкий, но он не атакует. Он атаковать не может. Это одно. Это плюс, ребят, для нас это плюс. А нет, атакует потихоньку, все равно бомбит. Так, собака бежит. Ай-яй-яй, собачка. Давай. Так, сейчас посмотрим, ребята, что будет, когда он погибнет. Воу. Нет, я забыл же, что этот чувак у нас. Он же сейчас взорвется. Давай вызовем, наверное, автоматчика. Автоматчик, я же тебя вызываю, что ты. Давайте только издалека и как можно быстрее. Я вот этого, ребята, если что, застаню. Попытаюсь. Вот так вот мы сделаем это дело. И пускай они издалека его бомбят. А он все подходит и подходит, подходит и подходит. Я думаю, что дедок у меня все-таки отдуплится. Вот предчувствую просто-напросто это. Потому что он уже слишком близко подошел. Ёлки-палки, да, бумкает нехило. Подожди, а с какого перепуга у меня загорелось-то тут все? Нет, только не это. Так, давай хотя бы ты постой здесь маленечко. Может быть, успеешь, пока это все здесь потухнет у нас. На тебе, получи. О, ребят, смотрите, как автоматчик. Сейчас этот охламон у нас взорвется. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Посмотрим, что ты делаешь. Не знаю, ребята, что он делает. Вот он встает в стойку и сейчас траванется. Воу! Радиус поражения-то нехилый, я тебе скажу. У этого газа. Так, очень много летунов, ребята, здесь. Давай-ка в стойку встанем. Ага. Эй, автоматчик, давай, бомби! Сейчас его, наверное, разбомбят, ребята. Не успеет он тут повыкаблучиваться. Вот так вот. Застанем хотя бы маленечко, да? Так, собака их подбила. Отлично. Блин, опять этот у нас чувак с бомбой. Опачки! Еще и псы. Да ну, хорош, завязывай уже. Так, солдат, иди быстрее, пока не сгорел у меня окончательно здесь. Давай вот так вот встанем в стойку с тобой. Ну, однозначно здесь, ребят, нам нужны стрелки. Здесь нужно очень много стрелков, потому что мы видим, здесь идет вот этот чувак с гранатой, с бомбой, со снарядом в животе, который, конечно же, будет сейчас взрываться, бумкаться. Так, давай, автоматчик. Слушай, мне кажется, мы здесь не успеем пройти. Волна сейчас стопудово пойдет. Так. Ну как ты долго, господи, ну. Давай. Он же сейчас взорвется, он же сейчас подойдет и взорвется. И ты тоже вместе с ним отдуплишься. Неужели не понимаешь ты? Теперь я, кажется, понял, откуда здесь, ребята, берется огонь. Взрывается толстяк. И сами видели, что все воспламеняется. Ладно, вызовем пока с вами солдата. Да ладно, что, волна, что ли, ребят? Хорошо, что здесь у нас огонь. Был огонь. Автоматчика зачекрыжили. Так, собака, иди отсюда. Давай-ка еще вызовем ребята с вами. Нифига, как они быстро его... Эй! Да ну, что, серьезно, что ли? Ты посмотри, что происходит. Это все собаки, ребята. Ну, блин, а мы тут проигрываем. Опа, а это еще кто такой? Блин, ребят, смотрите, это скелеты, голимые скелеты тут идут. Офигеть, волна. Просто офигеть. Сосисон. Они сейчас все равно нанесут урон, да? Самолетику моему. Да, ребята, нанесут урон. Это вся вина в том, что мы с вами слишком долго ждали. Слишком долго бомбили их. И, как видите, волна. И здесь мы не выжили. Давай, наверное, переиграем этот уровень. Попробуем. Так, ну что, вызываем кинжальчика. Пускай он этого хламона подорвет. Причем он такой, я даже не пойму, как он выглядит, где у него. Это, я так понимаю, рот, судя по всему, да? А это глаза? Нет, это бред какой-то. Нос, что ли? Не знаю, если честно. Так, кинжальчик сейчас, ребята, погибнет. Он все равно потихоньку, но получает урон. Видели, да? Он там рукой что-то бомбит и все. Эй, собака, не надо. Так, забомбили, отлично. Все равно нам, ребята, не справиться без автоматчиков. Вообще на изи просто порвал. Кстати, они тоже получают урон от отравления. Ну, хоть где-то справедливость есть, хоть где-то, ребят. Понятно. Слушай, а у нас, по-моему, солдат все-таки выживает, да? Даже если происходит взрыв, у него хватает хпшки дальше продолжить путь.
А вот то, что вот автоматчик долго перезаряжается, вот это, конечно, плохо. Это минус для нас. Вот так вот сделаем. Так, накрылся медным тазом. Тут все загорелось, и это хорошо, ребят. Так, ну что, я думаю, надо вызывать, наверное, нам солдатов все-таки. Они помобильнее, пускай даже и медленные. Ну вот почему они тупят? Почему в огонь-то вы прете, а? Дурачки вы такие. Никак я этого не могу понять. О, идет. Ребята, он хоть и медленно идет, но довольно уверенно. А, тут же еще и летуны. Давай еще, ребята, вызовем с вами одного автоматчика. Так, ну, сейчас траванет. Ведь траванет же, да? Бумс, траванул, ребят, все-таки. Зачем я бочку сюда бросил? И от отравления умер мой автоматчик. Хе-хе. Так, подожди-ка, дай-ка я попробую еще раз в стойку встать. Посмотрим, ребят. Собачку вызовем. И вот так вот их. Ой, не успеваем, ребята. Они все равно, они очень быстро бомбят. Как бы мне тут разработать такую стратегию-то, а? Индивидуальную, крутую. Чтобы вот этих вот подбивать всех, да? Чтобы и собак, и в то же время нам еще и выжить как-то. Сосисон выпал, отлично. Так, ну этого мы подбили. Отличненько, все хорошо. Пускай тут все горит. Я не возражаю. Пускай они сгорают в аду, все эти упыри. Так, он подгорел, да? Подгорел. Слушай, нам нужны, ребята, ближники. Это будут кинжальчики. Волна, ребята. Да ёпрсте. Слушай, может быть, успеем. Кинжальчиков сейчас побольше здесь натыкаем. А они сгорят сейчас, нет? Прошли, надо же, мимо, ребята, прошли. Давай, родные мои. Я не хочу просто, чтобы там вышла эта орда скелетов, всякой ерунды, и нас здесь разбомбили. Отлично, на 3 звезды, я надеюсь. Шикандос. Ну, неплохо, ребят, неплохо. Погнали тогда. Опачки, Ревард. Ребят, мы с вами получаем нового персонажа. Какая-то барышня, но я так понимаю, что ее нужно купить, да? И стоит она 4500 голды. Мне таких денег вовек, наверное, не скопить. Так, забираем здесь Ревард. И 7-й уровень мы с вами получили. И это классно, между прочим, потому что я могу своих героев дальше прокачивать. Так, и, кстати, 551 голдишка у меня. А нам нужно 800, да, для того, чтобы мы смогли с вами купить пожарника. Так, тут уже пошла миссия 2.9, тут у нас 2.6. 2.3, кстати, пройдено не на 3 звезды. Ладно, это мы потом с вами попробуем. Давай-ка рискнем, ребят. Рискнем пройти вот этот этап. Что такое, что за зомби у нас такие? Это нежить. Это нежить. Так, бессмертные чувачки. Нет, только не говори, что это те самые, которые после того, как ты убиваешь их, они восстают заново. Только не они. Лишь бы не они, ребята, были, а. Так, поджидаем момента и... Что, вызвать кинжальчиков? Или собаку вызовем все-таки? Так, потихоньку идет толпа, идет. Ну, давай я вызову собаку, ребят, проверим просто-напросто, как она будет их бомбить. Тут, кстати, дождик, это хорошо, то есть гореть ничего не будет. Они что, атаковать вообще не будут? Нет, они атакуют. Ну, слабенько, и это хорошо. По-моему, они все-таки будут опять вставать. По-моему, это именно те, ребята, скелеты. Видите, они сейчас лежат и не исчезают. Но зато собака моя... Да, именно так и происходит. Все, я теперь понял. Ох ты, а урон-то они получают от автоматов и вообще от оружия дальнего боя минимальный. Так, значит, нам придется, ребята, здесь проходить просто толпой ближников, которые смогут забомбить. Но мы можем... Ага, хотел сказать поджечь. Не сможем мы их поджечь, потому что здесь дождик. Так, дай-ка слиток, там я видел слиток. Что-то мне... Да ёпрсте, это так будет бесконечно, если честно, ребят. Сосиска-то где-нибудь завалялась, нет? Никакой сосиски нигде нету. Мы даже еще по баррикадам ни одного удара не нанесли, ты понимаешь? И в то же время нужно вот этих вот постоянно здесь держать, чтобы они никуда не продвигались. Во! Что там, один удар только был, что ли, по этой, по баррикаде? Да, это не есть гуд, ребят, на самом деле. Пфи, а как тогда нам быть? Нам не дотянуть до конца, да? Сейчас, потому что пойдет волна. Придется кинжальчиков вызывать. Смотри, подходит. Сейчас, наверное, бомбанет. Собака, как ты там долго с ними разбираешься? Я не знаю прям. Короче, дальний бой здесь вообще бесполезен. Просто бесполезен. Это я уже понял. Если только нам вызвать амбала, может быть, он просто быстрее будет их валить, и тем самым мы будем быстрее продвигаться сюда. Но сейчас волна уже будет, и, естественно, нам будет крышка.
Зомби подходит, смотри. Там, ладно, там у нас автомат. Ай, смотри, бомбит потихоньку. Сейчас у меня... А, он в ближнем бою, ребят, он кулаком ему по морде дает. Ну, врежь ему хорошенько. Нет, стоит. Че ты встал-то напротив него? Ты будешь драться-то или нет? Да. И стоит, смотри, любуется. Че любуется, я не понимаю вообще. Там сосиска не выпала нигде? Нет, ребят, там только выпал слиток. И, как вы видите, сейчас побежит волна. Ты представляешь, если волна вот таких вот охламонищ пойдет, что это будет? Это будет жесть просто-напросто. Надо было нам сразу с вами вызывать амбала. Посмотри, у него массовая атака, он очень хорошо по ним бомбит. Правда, он тупит, очень медленно он продвигается. А я понимаю, мы этот уровень с вами сфейлили, да? Судя по тому, что сейчас волна пойдет. Черт подери, обидно. На самом деле, очень, ребята, обидно. И опять, наверное, орды скелетов, да, тут будут. Сейчас посмотрим. Тут бегуны, как мы видим. Так, амбала сейчас завалят, к сожалению. Ну-ка, встань в стойку. Да, ребята, он встает в стойку и как бы их сдерживает. Но, сами понимаете, против такой кучи, я думаю, ничего у нас не получится. Слушай, надо будет перепроходить этот уровень. Это однозначно. По любасику просто-напросто. Даже это сдувание нам, да, не поможет. Или поможет. Ну, как тебе сказать, 50 на 50, ребята. Мы их как бы вроде и сдули, но волна-то все равно идет. Охо-хо-хо-хо. И эти сейчас олухи будут вставать один за другим. Соответственно, мой будет их бомбить. Соответственно, будет терять время. Они будут его тоже терроризировать. И он стоит, смотри, вот уперся и не идет. Ну разве это честно, ребята? Это нечестно. Я надеюсь, ты так не будешь тупить, а? Жалко, нельзя здесь немножко ускорить процесс игры. Приходится вот так вот. Да ладно, ты что такой урон-то минимальный наносишь, господи. Да, так мы будем с вами до посинения, ребят, проходить. Пси. А что тогда нам делать остается? Я не знаю, ребят. Собаки. Да собаки тоже здесь не особо хорошо заходят, если честно. Они, конечно, в шок бросают, но это не то. Не такого эффекта я, конечно, здесь ожидал. Сосиска. Сосиска. Так, я знаю, что дальников лучше здесь не вызывать. Но от них толку никакого абсолютно, ребят. Можно сдуть, попробовать еще их так. Эть. Ну, якобы сдули. А этот солдат у меня еще живой, ты посмотри. Крепкий малый, ничего не могу сказать. Понимаешь, мы одного подбили, пока... Второго бомбим, тот встает. Ему, естественно, приходится переключаться на другого. И он так вот ходит то вверх, то вниз. И никакого эффекта нету в этом. Вызовем сейчас с вами амбала. Может быть, как-то быстрее пойдет процесс уничтожения. Ну что ты там стоишь? Что ты там сопли-то жуешь? Я не понимаю вот этого. Чего ты не двигаешься? Все, у тебя все козыри в руках. Нет, он там стоит что-то. Может быть, нам нужно вызывать вместе с кинжальчиками. Кинжальчики как бы быстрее их чикают в разы. Посмотри, они просто их укладывают одного за другим. Да, если мы вызовем, наверное, их много, может быть, тогда мы с вами сможем пройти. Давай попытаем эту стратегию. Так, а этот подходит, ребят, подходит. Его тоже нужно контролировать. Ну, давай, давай. Они опять все встали. Так, слушай, ну, может быть, ребят, получится. Так, мои подошли. Ребят, подходят к баррикадам. Мои солдаты, вы видите, да? Давай быстренько выпустим собаку. Да неужели, неужели? Ну, три звезды, естественно, нам не получить. Ни при каком раскладе. Так, давай, собачка, уничтожка вот этих вот ближних. Да ладно, что ты там? Он так медленно бомбит. Я думал, будет в разы быстрее. А у него вообще... Он, как бы тебе сказать, он толстый, но он по атаке вообще ни о чем, ребят. Не алё, короче. И собака там тоже очень быстро погибает. Ну, его будет достаточно, я думаю, чтобы пробить. Если мы, конечно, с вами выживем еще, если не... Зачем я вызвал этого охламона? Ох, ребята, зря я вызвал этого дедушку. Сейчас, наверное, один удар по самолету, и самолет рассыпется. И база у них там практически рассыпалась, посмотри. Так, ну. Есть. Ну, главное, что мы прошли все-таки этот уровень с вами, да? Пускай не на три звезды, но тем не менее. Ох ты, надавали тут. 2,7, это у нас следующий уровень. Так, мы что, с вами заработали? Так, отлично, 50 опыта получили. И давайте посмотрим здесь, что нас тут поджидает. Так, летеха и опять же эти зомби бессмертные. Угу. Я надеюсь, их только двое здесь будет, больше никого. Так, ну и стандарт у нас тут выходит. Так, что мы будем с вами делать? Выпускать, наверное, да, кинжальчиков или лучше собаку? Хм, собаку или кинжальчиков, кого, а?
Давай, наверное, собаку все-таки я вызову. Все, ломанулись, короче, они. А, вон, блин. Ну как же, конечно же, рыба. Ну как же без собак? Без собак тут, ну, никуда. Просто-напросто, понимаешь? Так. Давай, вся надежда у меня на тебя, солдатик. Родной мой. Ты такой более-менее живучий, крепкий. Правда, медленный. Давай еще автоматчик сюда призовем. Для подстраховки. Сосиски что-то давно не падали, вы заметили? Совсем не падают. А что он там делает, я не помню. Что этот летеха там делает? Что он там... Хорош ты свои когти выпускать. Да, ребята, он выпускает когти. Нет, 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 нет. Как ты его долго бомбишь, а? Ну, серьезно тебе говорю, очень долго. Ладно, амбал нам, надеюсь, в помощь. А вот этих вот надо как-то, ребята, оглушать или станить. Я не знаю, что надо с ними сделать. Как их вообще там наказать, если честно. Что там выпало? Золото. Это, конечно, золото хорошо, но не, вот, вот в данный момент оно как бы не особо мне нужно. Так, может быть, еще попробуйте, ребята, его оглушить. Так, собаки. Ребят, бегут собаки у нас. Блин, автоматчик, господи, ну... Ну, бас. Не понял, а почему это он у меня в стане? Это вот этот вот чувачок, что ли, станет там, а? Да-да, это вот этот вот летеха, ребята, он станет. Давай тогда еще собаку возьмем. Ага, минус. Давай-ка я его уничтожу. Голова только отлетела. Блин, горелый амбал, давай, пошел. Будем с тобой тут развлекаться. Сейчас он сюда подойдет, да? А, тут еще... Тут еще, ребята, и токсичник у нас. Понял. Че вы сосисек-то мне не даете? Дайте мне сосисек-то, господи. Мне совсем не устраивает такой расклад. Мы с вами еле-еле тут продвигаемся. Очень-очень, ребята, медленно. Ох, как амбал их быстро ушатал. Молодец, красавчик. А до этих мы так с вами и не дошли, да? До баррикады. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сейчас через 30 секунд пойдет волна, и нас всех быстро... Дали мне сосиску под конец. Под конец они мне ее дали. Молодцы, ничего не могу сказать. Она мне сейчас не нужна, они мне ее подсовывают. Чувствую, мы с вами, ребята, сейчас еще это взорвется. Жиробас нанесет, соответственно, нам урон. Ай-яй-яй, и всех отравит. Блин. Все, ребята, ждем волну. Через 3 секунды она побежит. А мы с вами чуть-чуть вот... Ай! Ну, естественно, с бегунов все начинается. С кого же еще-то? Нате, получите все там. Вот, амбал, 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 давай, ну! Его просто смели. Вообще смели, как будто его там и не было. Оу, там и скелеты. Ой-о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 й. Ребята, это фиаско. Они просто сметают все на своем пути. Я не знаю, есть ли тут какая-то турель или еще что-нибудь, что нам могло бы помочь. Я не знаю, стоит ли перепроходить этот этап, или же нам все-таки вернуться с вами на карту и попробовать, ну, другие миссии. Так, подожди, у нас... Слушай, а разве мы с вами коробки не брали, а? По-моему, уже брали. Или я что-то путаю. Ладно, давай попробуем допройти Париж. Я не знаю, как у нас это получится. Так, у нас миссия 1.15, 1.14, это нетронутые, да? 1.14, остальные все вроде бы нормуль. То есть мы с вами 1.14 вообще не проходили, да, получается? Ну и 1.15, давай 1.15 попробуем, ребята. Да ядрить тебя на корень. Начинается опять с этого амбала. Ну вот нафиг ты мне здесь нужен, а? Чмокает он там что-то. Что ты там чмокаешь-то? Бегуны, да? Угу, бегуны, значит. Амбал, бегуны. Ну, с этими-то бегунами я знаю, как справиться. Давай, кинжальчик пошел. И сразу все щеманулись, моментально. Стоило только вызвать, побежали охламоны. Так, давай. И собаки тут еще. Ну, все, что нужно, ё-моё, ребят. Ну, по-другому не назвать. Взорвался, да? Так, а этот все-таки обошел, не стал сгорать. А моя собака сейчас... Нет, нет, молодец, умница. Не пошла на пролом. Красота ты просто ненаглядная. Тут, ага. Я понял, я вижу, ребят, я вижу, что бегут собаки. Давай амбала, наверное, призовем. Этот сейчас взорвется, да? Взорвется, естественно. Всех под одну гребенку с собой прихватил. Нам нужен автоматчик. Автоматчик пускай будет бомбить именно по дальним целям. Амбал, ну будешь ты пошевелиться-то? Вот, молодец, по красоте. Я этих вот так вот оглушу. А почему они загорелись? Почему они загорелись? Я просто кинул бочку.
Я не понимаю, ребят, почему так происходит. Но сейчас будет взрыв. Смотри-ка, амбал выжил. Это что-то новенькое, ребята. Амбал выжил от взрыва. Так, а эти у нас типа защищенные, да, и им пофиг. Да, им пофиг, ребята. У них там шлем сначала слетает, да. Давай собачку еще призовем сюда. На помощь нам, так сказать. На, получил свое. Слушай, а здесь есть шанс пройти. Причем на 3 звезды. Вот что я заметил. Круто. Нет, 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 нет. Никаких собак. Ну, фу, молодец. Блин, даже сколько их тут, а, смотри. Мы уже, ребята, баррикаду практически разнесли ему. Ну что, я могу сказать, это очень круто. Отлично, на 3 звездочки. Обожаю, когда мы так проходим, идеально. Так, ну это у нас, по-моему, был, да, такой вид оружия. И что? Тратим. Принять, реворд. Что это у нас за колесико такое? Для чего оно нужно? Оно полетело у нас вот сюда, вот где самолетик. То есть я могу... Опа! Что там? Ускоряет движение на 100% на 20 секунд. Слушай, ну это круто. А вот это что такое? Duration. Это что такое у нас на 20 секунд? Сила атаки, это, наверное, типа берса, да? Слушай, у нас 743 голды. То есть скоро мы с вами откроем, судя по всему, персонажа. Опа! Ящичек. А ну-ка, чем порадуешь меня? Нифига себе. Круто. Смотрите-ка, сколько фиолетового надавали нам. Так, гантельки. Отлично. Я, кстати, очень рад, ребята. Ну что, у нас с вами... Здесь 1.14 миссии и 1.13, которая не пройдена на 3 звезды. Я не знаю, стоит ли заморачиваться. Ну, давай попробуем с вами, наверное, вот это вот 1.13. Нам нужно с вами получить реворд, да? Нам нужно пройти и получить реворд. И деньги, естественно, деньги. Для того, чтобы мы могли прокачать. Вот что это такое? А, это ускорение. Все, все, ребята, я вспомнил. Это ускоряет моих юнитов, я так понимаю, да, на 100%. То есть двойная скорость у них будет. Мы, естественно, с вами это все дело проверим. Эй, успеет ли он один? Один нет. А вот таким вот макаром может быть, ребята. Так. Кто нам тут? Я не знаю, автоматчик нам тут понадобится, пригодится, не пригодится. Я знаю, что деда можно, наверное, призывать нам, да? Или все-таки автоматчика? Да чтоб тебя! Ой-ой-ой-ой, дед, смог, молодец, спасибо тебе. Ну, стреляй ты тогда, чего ж ты там стоишь-то? Бомби по ним, пока он там перезарядится, пока он там еще что-то делает. Так, кинжальчик, отлично. Так, мой пулемет бомбит. Но, ребята, он не успевает. Пулемет не успевает их всех почикать. Сосиска там выпала? Нет, там выпало золото. Ну, ну, сейчас упадет же. Твою ж дивизию, да сколько вас тут прет-то, а? Дед, конечно, молодец, он держится офигенно. Он бомбит массово, это мне нравится. Но сосиски мне не дают, ребят, понимаете? Мне нужны здесь сосиски, чтобы энергия была. Она очень-очень медленно копится. О, наконец-то, неужели меня услышали? И подкинули, так сказать, эту сосисочку. Так, ну что же, я вызвал автоматчика. Ай-яй-яй, всех ближников почти, ребята, разбомбили мне. Причем не забываем, что вот этот солдат у меня довольно неплохо прокачан. Да? Опа, только сейчас увидел, что здесь, ребята, взрывник. Ну вот, и нет взрывника. Ать, ать, ать. Блин, упырь, он все-таки нанес, ребята, урон. Он нанес этот пес смердячий урон по моему самолетику. Да. А я хотел пройти на 3 звезды. Не судьба. Черт бы их побрал, а. Вот всегда что-нибудь да помешает нам. Вы заметили, да? Вот всегда. Ну-ка, давай, может, сдуем их отсюда. Пошли, как говорится, прочь. Давай, выходи, солдат, быстрее только беги. Что ты там еле-еле передвигаешь ноги? Нам всего лишь пробить вот эту баррикаду, чтобы наш самолет полетел дальше. Давай, кинжальчик. Вот, кинжальчик идет, молодец, быстро, бодренько. С таким командосским ежиком. Так, и давай попробуем все это сделать до того, как вот эти вот чувачки сюда прибегут. А, не прибегут. Ну, пожалуйста, ну разбомбите в эту баррикаду. Отлично, мы пробили, ребята, баррикаду, но опять же на 1 звезду. Да чтоб тебя разобрали, черти. Я не могу понять одного, ребята. Нам всего лишь 1 урон нанесли, и мы с вами получаем 1 звезду. Тут нет такого понятия, 2 звезды. Нету, что ли, я не понимаю. Ой, давай еще разок, наверное, попробуем. Я должен пройти, ребята, я должен пройти этот уровень. Он не такой и сложный, вы сами прекрасно видели. Мы немножечко просто не успели с вами проконтролировать ситуацию, да. Одна псина там все-таки пробежала и саданула самолет мне.
Вот они бегут, вот они эти собаки. Давай попробуем. Да чтоб тебе, да ты как ты... Да, ребята, ну вы сами сейчас видели. Она все равно нанесла урон. Она все равно нанесла урон по моей базе. Это хламонище, это псина. Дешевка, я не знаю, блин. Ну, будем проходить. Еще бежит одна. А в тот раз мы с вами успели. Ну, дед, дед. Эй, дед. Как ты медлителен все-таки, дедуль. М? Я не спорю, ты бомбишь массово, просто массово. Ну как долго, а? Как ты это долго делаешь все? Блин, у меня уже настроение пропало этот уровень проходить, потому что я знаю, что мы получим с вами опять же одну звезду. Да-да. Такого понятия, как две звездочки, здесь, наверное, нету все-таки. Так, ну, давай попробуем, наверное, вот так вот сделать. Ну, немножко, ребята, их хотя бы застанет хоть каким-то макаром. Нет, можно, конечно, попробовать через ускорение, но а стоит ли оно... О, сосиску дали. Ну, а стоит ли оно, это ускорение? Не знаю. Не пробовал. Я ничего не могу по этому поводу вообще вам, ребят, сказать, если честно. Я знаю, что мне здесь понадобится автоматчик против вот этого вот ханорика, который идет с бомбой в груди. Так. Давай, давай, амбал. Быстренько. У нас деньги падают, да? Голда. Тихо. Ну-ка, вызываем собачку. Сможем мы проконтрить их? Слушай, ну вот здесь вот неплохо у нас получилась оборона, да? В тот раз мы здесь фейлились как раз вот на этом моменте. Ох ты, ох ты, ох ты, как тут все горит. И амбал мой горит, да? И дед. В общем, ребята, все чуваки у меня тут сгорели. Здорово. Ничего не могу сказать. Обалденно просто. Давай-ка их сдуем отсюда всех, кидрени фени. Всех сдуть не получилось. Зачем? Вот зачем? Лучше ты стой. Не высовывайся никуда. Стой на месте. Потому что сейчас будет взрыв. Будет, естественно, огонь. Естественно, он пойдет в этот огонь. Естественно, он сгорит. По-другому не скажешь. Ну, и бежит в этот огонь. Дурило-то где, а? Ребят, ну серьезно говорю, и этот также сгорает. Все. Да ладно, вы еще скажите, что сейчас еще волна будет. Так, собаки дохнут. А этот идет. Этот тоже в огонь пошел. Да, зачем ему? Нафиг ему какие-то эти. Я пойду по короткому пути. В огонь, естественно, ё-моё. Слушай, мы... Блин, а у нас... 14 секунд, сейчас волна побежит. Почему так сложно, черт подери, а? Почему такая сложность? Игра-то вроде бы вообще ни о чем, а такая сложность идет. Ну-ка, давай-ка проверим, ребята. Вот он встает. Да, он встает, елки-палки. Он встает, а собакам было пофиг на это все, если честно. Да, тут, короче, ребята, прохождение игры на 3 звезды только в одном случае. Если вот выжить в этой волне, да, пофиг, после волны, как говорится, эти монстры не идут. Ну тут... Что творится? Жесть какая-то. Просто жесть. И волна-то из каких-то ложков, на самом деле. Это фигня все. С ними можно было бы разобраться. Причем довольно легко. Сейчас будет взрыв, огонь. Естественно, сюда пойдут зомби, тоже будут гореть. Да, будут гореть. Как ты можешь наносить урон по базе, если ты находишься фиг знает где? Не понимаю этого. Нету, ребята, логики. Господи, давай еще раз попробуем. Ну и миссия мне досталась. Атака двойная, может быть... Давай, ребят, попробуем через атаку двойную, а? Сыграть. Ну а что, нам солить, что ли, вот это все? Ну так хотя бы может быть шанс пройти этот уровень. Давай я попробую, ребят. Через двойную атаку играем сейчас. Хочу просто проверить. Да иди ты в пень, блин! Твою же маковку, а? Да... Ну вы только что видели, что получилось, да? Ничего, ребят, хорошего не получилось. Эта псина взяла и опять ударила по моему самолету. Вот и все. Иди ты в баню. Да. Двойную атаку, ребята, профукал. Просто-напросто продинамил. Из-за чего? Непонятно из-за чего. Давай так сделаем. Пускай они там все звездочки ловят. Нам нужен дед, ребят. Нам нужен вот этот дед. И, по идее, мне нужен, ребят, еще автоматчик. Да станить их надо всех. Безбожно станет. Конечно, хотелось бы, ребята, еще заморозку посмотреть. Мне хочется, как она вообще морозит. И надолго ли. И наносит ли урон во время заморозки. По идее, все должно быть именно так. Да. Расчекрыживают всех. Как ни крути, ребята. Давай, вызовем тебе автоматчика, дедуля, в помощь. Бомбите тут вдвоем. Так, 793. Ребят, нам еще один слиток найти. И мы с вами откроем пожарника.
А пожарник, насколько я могу понимать, это воин ближнего боя. Ой-ой-ой-ой-ой, не можем его разобрать. Сейчас взорв... Он сейчас всех взорвет, ребят. Он сейчас, блин... Трындец. Это трындец какой-то. Тут вообще баланс хоть какой-нибудь есть вообще или нету его? Так, ну что, по крайней мере, мы с вами золото накопили. Хоть в этом есть какой-то плюс. Это, наверное, единственный плюс, который есть. Мы накопили с вами золото в этом уровне. Замечательно. А я ж прям рад до глубины души. Давай, автоматчик, иди, выходи. Помогай, бомби. Не слишком, конечно, сильно задерживает вот это мазута зомбарей. Не слишком. Я думал, что будет... А если мы, кстати, прокачаем бочку, это как-то будет влиять на скорость передвижения или нет? Вот это у меня вопрос, прикинь, что-то заинтересовал сейчас. То есть, чем прокачаннее бочка, тем, соответственно, должны эти зомби медленнее быть. Да ладно, еще волна следующая. Нет, сдуваем этих всех олухов отсюда. Вот таким вот образом. Сдуло к ядрене фени. Так, и кто нам нужен? Блин. Так, солдат, иди быстрее. Ты должен идти быстрее, чем эти автоматчики. Так, можно попробовать их, наверное, вот так вот задержать здесь. Давай, 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 пускай они там взрыв... Нет! Нет, 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 никаких собак. Фух, он сгорел, что ли, да, ребята? Он сгорел у меня. Ну, по крайней мере, двух этих амбалов. Это волна, что ли, уже соб... Это мы с вами до волны, блин, дожили? Твою ж налево, а! Уничтожат, ребята, уничтожат. Это орда собак просто уничтожит мне сейчас самолет. Слушай, ну хоть ты тресни, у меня ничего не получается. Вот хоть ты тресни пополам. Не выходит нифига. Это у нас... какая была? Вот это вот 1.13 миссия, да? Ну давай попробуем 1.14. Может быть здесь как-то попроще будет. Я уже вижу, что нифига не будет попроще. Судя по тому, сколько здесь этих зомбарей стоит. Сейчас еще побегут собаки. Сейчас еще... Блин, я же хотел купить пожарника себе. Поспешил немножко, да? Немножечко поспешил. Ну ладно, фиг с ним. Давай, идут хламоны, да? Ну что, будут собаки или нет? Или я зря волнуюсь здесь? Непонятно. Нет, ребята, я вижу, летехи идут. Давай попробуем, наверное, вот так вот сделать. И вызовем вот так вот солдата. Так. Ой, какой маленький у тебя урон, а, дедуля. Урон вообще никакой, ни о чем, ни алло. Давай, вставай в свою стойку. Будешь тут прикрывать всех. Ну... Да, ну, какой-то бред, ребят, тут происходит. Че, остался дед, что ли, в живых только? А вот и собачки. Они как раз вовремя. Они как раз, ребята, вовремя. Нет, 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 нет. Я не знаю, как тут надо проходить эти уровни. Это просто жесть какая-то. Во-первых, слишком быстро доходит до моего самолета. Самолет нифига не бомбит по ним. Точнее, бомбит, но он их просто не может уничтожить. Я просто, ребята, в шоке, если честно. Давай купим с вами. Слушай, а это сколько стоит? 4500. 4500. Ну, наняли. Его апгрейдить нужно 20 голды. У меня денег нет вообще. Так, вместо кого тебе взять, пожарничек? Если тебе пофиг на огонь, по идее, может быть, он стоит чуть-чуть дороже, чем дедок, да? Значит, мы, наверное, так и сделаем. Поменяем его. Слушай, а что я торможу-то? Ребята, у нас же есть бомба. Я про бомбу-то совсем забыл. Мы же можем с вами мазуту выкидывать, а потом поджигать ее. А, давай так вот сделаем. Так, подожди, уберем. А бомбочку с вами поставим. Но это, по-моему, тоже за ярость, да? Если я не ошибаюсь. Так, автоматчик, солдат, амбал. Вместо амбал, наверное, нам не понадобится, да? Я думаю, давайте все-таки мы посмотрим с вами пожарник. Ой, пожарника. Ну да, пожарник, почему бы нет? Вот, вот таким отрядом попробуем, ребят, сыграть. Естественно, наверное, в миссию 1.13, я думаю. Попытаемся еще разок. Тут есть мазута. Бомба у нас стоит 20 ярости, да? То есть нам нужно с вами накопить ярость. Что довольно тяжело сделать, честно говоря. Сейчас побегут собаки. Вот, бегут собаки. Я вызываю, например, ребята, мы сделаем так. Посмотрим. Ну, по крайней мере, не нанесли урон. Ну, кинжальчик, куда... Да, нет, это пипец какой-то. Это тупорылый, блин, вот этот вот кинжальчик. Он куда-то пошел вообще не туда. Ну и как? Как, ребята, вы прикажете вот, вот здесь вот играть? Каким образом? Как я должен проходить эти уровни? Я не понимаю этого.
просто не понимаю. Ярость очень медленно копится. Я бы тут сейчас тут все запалю им. Нати, горите все в аду, упыри. Сосисочку дали мне, порадовали. Так, пожарник, давай хоть посмотрим, что ты делаешь. Я тебя не зря, надеюсь, покупал. Ну? Ты тычешь лопатой топориком, наяривает. Он, ребята, горит. Пожарник у нас все-таки горит. А вот этого вот охламона, ребята, мы будем вот так, наверное, уничтожать. Пускай он там горит. О, золотишко прибыло. Слушай, ну, всяко так лучше, да? Экономнее. Оу, ты понял преимущество пожарника? Я только сейчас увидел. Ему по боку на эти взрывы. То есть он выживает, он довольно живучий. Так что, все нормуль. Можно было бы пройти этот этап на 3 звезды, я вам серьезно говорю. Если бы не одно но, что мы не сможем с вами проконтролировать вот этих вот самых собак. То есть я могу бомбить своих же, что ли, получается, да? Слушай, ну пожарник мне нравится. Мне нравится этот парень. Но вот как вот собак, вот начальных этих псов-то, как нам пройти? Это офигеть, эта вся серия у меня будет посвящена тому, как я покажу уровень 1.13. Обалдеть просто-напросто. Так, что такое? Ну-ка, дай-ка я посмотрю, ребят. Мне надо посмотреть, что это за фигня такая. Надеюсь, действительно, это скорость. Это, ребята, скорость. Причем офигенная скорость. Так, ну давай предположим. Пока не было, ребят, никакого повреждения. Я все прекрасно видел. Но то, что скорость у нас такая обалденная, это уже мне нравится, ребята. Была, кончилась уже, да? Да, уже кончилась. Так, давай еще одну собаку вызовем. Так, молодец, песик, не подвел. Ах, сейчас, ребята, я сейчас, наверное, бомбочку. Да, бомбочку я еще не сейчас выпущу. К сожалению. Но пожарник здесь зайдет имбово. Так. Давай, пожарник, калашмать их там всех налево и направо. Че, вот что тут, он опять, ребята, вот встает и тупит. Ничего себе, ты видел, что он делает? Ты видел, что он делает? Он просто бросает свои вот эти вот топор с лопатой, и как бумеранги, они возвращаются обратно к нему. Ты прикинь, вот это круто. Давай-ка вот так вот, бам, горите все в аду. Ну и, конечно, мои тут погорят, это очень плохо. И пожарник мой сгорел, но и этот олух тоже сгорит. Будь он нечистен на руку. Сосиска, отлично, ребята. Так, ну что, я думаю, еще, наверное, надо будет одного пожарничка выйти. Ребята, не было повреждения пока еще, не было. Мазуту я специально сюда разлил, чтобы мало ли... Вот они бегут. Горите в аду. Да как ты можешь, блин? Да как... Ну как она могла, блин? Ну как она могла, ребята, вот... Стоит вот здесь внизу и бьет по самолету. Как вы... Ну это несерьезно. Это несерьезно. Я вам... Я не знаю, что делать, ребят. Ну это как... Как тут, блин, сделать? Это трындец. Ребята, для меня это трындец полный. Я ни разу так вот долго не залипал на каком-то уровне, который не могу пройти, прикинь. Я уже все потратил здесь, что у меня было. Все вот эти вот супер-пупер скиллы. Ну что, вот я сейчас буду вызывать, да? Ну вот давай вызовем, попробуем. Давай я вот эту вот даже атаку усиленную возьму себе. Попробуем, ребят, попробуем. Ну, бегут собаки, да, бегут. Пробежали там? Нет, пока не пробежали. Отлично, хорошо, ладно, предположим. Давай, по-быстренькому. Кто мне тут нужен? Мне нужен, ребят, пожарник. Желательно побыстрее бы его вызвать. 25 энергии, как долго. И там, смотри, бежит, ребят. Там бежит псина. Не нанесла, по-моему, урон. Не было ведь урона, да? По-моему, не было, ребята. Пускай не свистит, урона не было. Так, пожарник, выходи, пожалуйста. Давай быстрее, метай там свои томагавки эти. По ним бомби, просто вот как... Что есть дури. Ну... Да давай ты быстрее, они уже к самолету почти подошли. Ах, медляк ты. Ты просто медляк, вот что я могу сказать тебе. Ага, хорошо, хорошо, предположим. Так, ребята, бомбочку можно... Нет, 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 давай вот сюда, наверное, бросим ее. Вот таким вот образом. Угу, отлично. Давай еще, ребята, одного пожарника. Что там лежит? Сосиска. Ага, сосисон, это уже хорошо. Ой-ой-ой-ой, все загорелось. Ну, пожарникам-то, в принципе, по боку на этот огонь. Так, хорошо. А вот автоматчику далеко не пофиг. Далеко не пофиг, ребята. Бегут. Я пытаюсь, ребят.
Нет, нет, нет и еще раз нет. Бред. Это бред. Они бегут вот так вот шеренгой, ребят, и все. И ничего ты там не сделаешь. Пипец просто-напросто. Просто пипец. Ой, как тут быть, я не знаю. У меня последняя попытка, конечно, остается на прохождение этого уровня. Последняя попытка. Я не знаю, увенчается она успехом или нет. Но пытаться будем. У меня уже не будет никакой ни усиленной, ни ускоренной атаки. Мы будем уже проходить по чесноку, да, как говорится. Пожарник тоже мне называется, который горит. Нет, ну атакует он довольно быстро. Во, видели? Тьф, метнул. Довольно прикольный удар. Но, опять же, не забываем, что он у нас не прокачанный вообще ни насколечко. Он нуль без палочки. Просто нуль. А вот если его прокачать, да хорошенечко, вот это будет уже совсем другой год. Но все равно дают, ребята, одну звезду. Ну, хоть тресни, дают тебе одну звезду. Сердце какое-то мне дали здесь. Слушай, дай-ка я посмотрю. Я кое-что хочу глянуть. Я же могу? Нет, ты пока, парень, обойдешься. Я ведь могу же его... Мы можем с вами ебочку, наверное, прокачать. Нет, не хватает. А вот пожарника я смогу. На один уровень всего лишь. Так, давай мы его вот так сделаем. Щит. Эпичный вот, да? Экипируем. Апгрейд. Он у меня получает второй уровень. А что у него там, ребята? Откроется на 7 уровне? А это что такое? Вот это что за скилл? И вот это непонятно, что такое. Хм. Ну что, ребята, я трачу свою последнюю попытку. Последнюю свою попыточку на прохождение этого уровня. Если нет, то все, заканчиваем серию. Так, ну что, вызываем, наверное, да? Пошел, 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 гоу, 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 как говорится. Давай второго следом. Собаки, 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 собаки. Ну, убил, убил, убился. Так, еще две бегут. Вот так вот. Повезло, ребята, что я успел их опередить бочкой. Но, опять же, не стоит радоваться раньше времени. Они же сейчас все равно пойдут. Они все равно сейчас пойдут. Давай вот так вот сделаем. Так. Эй, псина, куда бежишь? Там же вражина. Нет, фух, повезло, что его подбили. Нам просто сейчас... Так, что там, сосиска выпала. Давай, сосиска, это хорошо. Пожарник пошел. Сосиска, это всегда хорошо. Это меня очень, ребята, радует. Если что, я могу сюда бомбочку кинуть, да, и поджечь их всех. А мне в любом случае придется, потому что он там идет амбал. А мне он нафиг не нужен. Еще дали сосиску, вот это уже круто. Вот это совсем, ребята, другой разговор, на самом деле. Так, золотишко поднимем. Гори, упырь, гори в аду. Так, и насколько я помню, ребята, где-то скоро пойдет еще, ребята, волна собак. Не-не-не-не-не-не, куда ты... Так, давай, пожарника вызовем. И ждем, ребята, собак. Они должны побежать секунду на секунду, и я буду их, естественно, ловить на бомбу. Ну, где они? Блин, вот сейчас вот отменишь, и они, ребята... Подожди. Вот они. Есть! Да фиг с ним, что у меня этот погиб. Тихо, 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 тихо. Не надо позволять. Не нанес урон. Не нанес, ребята. Я видел прекрасно, так что не свистите мне. Да, уровень у нас называется полцарства за проход, да? За проход уровня. Нати, говнюки мелкие. Так, 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 давай, 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 давай. Дай фиг с ним, что там взрыв. Пожарник все-таки крут. Против взрывников он очень крут. Да не может быть, неужели три звезды? Эта серия посвящена уровню, который мы пытались пройти на три звезды. А я раньше так зомби... Вперед на зомби-войну и проходил, если честно. Да, я просто урезал, не выкладывал всех вот этих нюансов, где я там парился, страдал и мучился. Ну, 1.13 все-таки мне поддался, я его прошел. Ну что, ребята, у нас с вами, как видите, горючки не осталось. Естественно, мы с вами дальше продолжать не можем играть. И, как говорится, увидимся уже в следующей серии. Так что уж извините, что я так долго вас мусолил на этом одном уровне. Ну, мне просто принципиально хотелось его пройти. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.